Так, после первого вида мы видим, что лидирует сейчас Вера Сесина. На втором месте Алина Кабаева. И на третьем совсем с небольшим отставанием идет Ольга Капранова. Не совсем первый вид, наверное. Соревнования идут по системе вертушка, то есть после первого потока. Да, после первого подхода к своему снаряду вот места распределились таким образом. Не успела Люба с музыкой. Это наказывает ее двумя десятыми. Приближается Стелла Султанова.